Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы посмотрим на картах Таро такой вопрос. Рассмотрим. Америка, Украина, финансы идут по назначению и в каком, как бы, удовлетворении будет находиться сама Украина? Довольна, недовольна? Может, характер покажет? Это же карты Таро. Так. Потом это... Может, видео быть длинное, как всегда, как наличное, да, например, дедушка Сэм усыновил внучку двоюродную, ну, как бы, Ульянка, Украина, да, например. Так, вот она, Америка. Раз, два, три, четыре. Моего мнения в раскладах нету. Мнение выражает карты. Я их только лишь трактую. Все. Ничего личного. В предыдущем видео про Россию-матушку, где она спонсирует Беларусь, вышло, что там все хороши. В плохом смысле слова то, что деньги идут где-то там, не по назначению. И в Белоруссии тоже деньги идут, тоже где-то там по карманам. Тут карман и тут карман. Сейчас посмотрим, как Америка старается спонсировать Украину. Так, дедушка Сэм или дедушка Джо. Может быть, так лучше. Так, начали. Так, здравствуйте. Вот она, Америка. Америка. Вот она, Украина, с протянутой рукой, ну, как бы на помощь. Благотворительность, да? Благотворительность со стороны Америки. Шла, к цели дошла. Прием денег. Это уже украинская бухгалтерия принимала помощь. Принимает, и что из этого? Теперь, куда идут деньги? На оборону, например, или же на личные карманы? Потому что было видео про Украину, где там воруют. Это личный карман. Эти деньги на защиту. Так, начали. Так, раз, два, три, четыре. Так, теперь я беру младшие арканы в помощь. Ничего личного. Так, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вот она, Америка. Это Украина. Значит так, деньги шли из Конгресса. Там у них там свое... собрание. Идет распоряжение. И вот эти деньги налогоплательщиков Америки. Так, теперь прием, да, принимаем деньги. Бухгалтерия уже на территории Украины. Были деньги, есть деньги и будут ли деньги. Теперь на оборону. И воруют ли эти деньги дедушке Джо? Начинаем. Так, раз, два, три, четыре. Да, интересно, как карты лягут. Так, смотрите, здравствуйте. Вот она, Америка. Ну, Америка, смотрите, это лед, да? Отшельник, это стихия лед. Не вода, а лед. Глубоко-глубоко посажена, и у нее есть свои, как, взгляды на себя. Она смотрит на себя, внутри себя. Она не смотрит на Украину, и получается вверх дном, да? Сейчас Америка тоже перевернула свои запасы вверх дном, да? Это лед. Лед перевернулся. И на этой земле есть денежные запасы, можно так сказать.
Раз вот эта карта вышла, королева Пентаклей, хозяйка Америка, подняла свои внутренние запасы, лед и земля. Она подняла эти запасы для Украины. Но эти деньги внутри этой страны повернуты на свою сторону, на свою сторону. Так, это Украина. Украина, силы, да, силы. А силы свои Украина разворовала. Получается, на сегодняшний день зла это зубы, да. Стиснутые зубы, злая-призлая внутри себя Украина понимает, что все разворовано. Страна полностью, будем так говорить, пошла по миру. Но еще, тут уж еще можно трактовать эту карту предателя. Тоже можно так сказать. Значит, Украина, сама на себя злясь, где-то там, сама себе создала данную ситуацию. То, что на сегодняшний день и так об этом говорят. Это тоже можно так сказать. Я трактую карты как бы не от себя, а идет именно как научно сказано, да? Теперь давала Америка деньги, дает, и вот ее назначение. Значит, так, Конгресс, длина, да? Длительным временем Конгресс где-то там как обмывают свое дело. Ну, я могу так сказать. Значит, так, в Конгрессе есть свой сговор, и они рады то, что они делают. Потом мера – это деньги. Значит, денег немерено. И можно их потратить внутри на интересы Америки. Можно тоже так сказать. Значит, так, Конгресс доволен собой. Теперь деньги. Эти деньги налогоплательщиков есть. Тут видите, как бы лед, да? Лед. И смерть перевернута, да? 13-й аркан. Деньги налогоплательщиков, скрытые резервы, я бы так сказала, да, скрытые резервы налогоплательщиков, где есть денег немерено, и эти деньги они достают из загашников, то есть из запасов. Там кому-то мои обороты слов не нравятся. Так, теперь общайтесь больше с простыми людьми. Так, теперь можно еще так сказать. Значит, так, денег немерено. Конгресс решил эти деньги отмыть, и эти деньги налогоплательщиков, тут работа, да, предоставить, видите, фортуна, да, перевернутая, предоставить эти деньги на дело. Это дело Америки. Дело Америки. Значит, Америка экономила деньги очень скрупулезно, длительным временем делала внутренние запасы и доставая эти деньги где-то там, она решила в грязном смысле слова их прокрутить. Ну вот так вот. Теперь вот эти деньги пришли на территорию Украины. Если я медленно говорю, вот там шестеренка есть, можно там поставить на скорость. Теперь эти деньги. Предоставленные деньги. А тут вмешивается карта 15 аркан, да? Мужчина и женщина, связанные одной цепью. Связанная ситуация или подвязанная ситуация ведет данные две карты для защиты, где есть свой внутренний заговор. Это можно так сказать. Ну, как бы нечисто, чтобы нечестно, нечисто. И деньги эти тоже какие-то другие.
Может, они там тоже что-то наштамповали, да, например, потому что деньги в обороте. И чтобы скинуть эти деньги на территорию Украины для защиты страны, где все разворовали. Так, теперь пришли деньги. Как они продвигаются? Продвигаются, и это помощь в сомнительных действиях, где судьба дает эти деньги похоронить, закопать. И эти деньги, можно так сказать, смотрите, для темных дел, можно так сказать, на какие-то свои дела, которые есть в этой стране, то есть в Украине. Теперь, и вот эти деньги пришли. Эти деньги есть, смотрите, они достигли своей цели. Но этот транш, ну, это движение, да, движение, смотрите, огонь, земля, подземная, внутренняя энергия огня, да, эти деньги ведутся для того, чтобы они провалились пропадом. Ну вот именно вот эти карты, можно так сказать, что эти деньги, чтобы они провалились, да, действительно, другого слова я не могу подобрать. Получается, чтобы они ушли в землю и пошли по сценарию Конгресса, где денег немерено, мера немерена. Вот эти четыре карты, можно сказать, немерено. Теперь для обороны эти деньги предоставлены для обороны. Об этом есть вести. И эти деньги, смотрите, это, знаете, как это, длинный состав, да, можно так сказать, вот эти все карты, большим составом, вот как, пусть вот, локомотив идет не 5 вагонов, а там все 50, 70, может и 100. И данная информация волочится, вот этот денежный транш на территорию Украины. И эти деньги внутри этой страны. Ужас какой, смотрите, такое сочетание. Теперь, воруют ли эти деньги? Чтобы эти деньги ушли налево, ну так скажем, налево. Вот, видите, тут мутная вода. Вот эта карта говорит. И карты соответствующие одинаковые, тройной таро старших арканов. Подтверждает, что деньги в этом длительном составе есть то, что есть человек, который распоряжается, который деньги уводит налево. Это человек при должности. У него есть свои полномочия. Ну, в общем, вот такие карты вышли. Вот как Америка спонсирует Украину. Потом еще можно сказать по этому ряду. Данная помощь в прокрученном плане ведет предупреждение Украине, чтобы не воровать, да? Вот, не воруй. Но есть лазейка, где есть человек, которые что-то химичат. Значит, воруют. Как же там батенька в Украине? Все так же пьют, воруют. И делают где-то там, может быть, дороги. А может, и не делают.
Потом очень проблематично переводить деньги. Как тяжело договориться. Ну что ж, мы будем переводить деньги. Как бы там ни было тяжело, но на территории Украины эти деньги все равно пропадут пропадом. Куда же их надо девать еще? Вот так вот показали карты. А теперь я беру карты «Цыганский оракул». «Цыганский оракул». Покажите, пожалуйста, как вы видите Америку. Америка. Недруг. Она жалостлива, жалостлива, жалостливая к недругам. Вот поэтому, смотрите, то, что делается где-то там, Америка, да, недруг, да? Читаем, недруг, да. Она относится к Украине как друг, но где-то там она сама себе на уме. Вот эта карта и говорит, вот эти две карты. Она сама себе на уме. Можно так сказать. Теперь Конгресс. Конгресс. Предоставленная сумма. Принятие материальной помощи. И что из этого? И вот сама Украина. Значит так, пошли по дорожке. Значит так, Конгресс, купец. Это люди очень богатые, там свои миллиардеры, которые обмывают деньги или как? Отмывают деньги, где у них денег немерено. Очень хорошо карты показали вот этот вот расклад весь, я смотрю, прям открыто, все честно. Теперь смотрите, идем дальше. И вот предоставленная сумма. Эти деньги, вот я и говорила, смотрите, пропади пропадом, да? Эти деньги к несчастью. Деньги несут несчастье. Деньги зло. Но зла не хватает, но они несут зло. Тут получается порог, да? Они переступили порог, и где-то там это делают очень осторожно. Ужас какой. Теперь вот приемкой этих денег. Есть представитель, вот он, мужская карта, 15 аркан. Есть бухгалтер, ну назовем его бухгалтер, я не знаю там их не фамилии, который принимает деньги, но он нечистый, он нечистый. Он как бы тоже и все делается для защиты, да, но из-под тишка, из-под тишка. И данные, вот эти карты, вот этот ряд карт говорит, что эти деньги нечистые. Как же так? Вы берете эти деньги для того, чтобы в Конгрессе отмывали деньги. Теперь. Эти деньги на... Тут, видите, праздник, радость, да? Но вот если перевернуть, то это поминки. На поминки. На поминки. Потом возлюбленный. Есть в Украине свой герой, герой, назовем так, возлюбленный, да? Его все любят, но кто-то его не любит. Карты сказали, что нелюбимый, он не нравится колоде, видимо, и в обществе в Украине, что тут происходит на территории Украины, и он стал нелюбимчик. Нелюбимчик. То есть эта карта, смотрите, карта предателя, карта педоласа, карта нелюбимого. Как хотите, так и понимайте меня, как хотите меня и обзывайте, но карты называют вещи своими именами. Значит, идет отмывка денег. Эти деньги нечистые, нечестные. И кто-то играет деньгами. И есть люди, которые эти деньги принимают. И это все разбрасывается на территории Украины. Значит,
Это был чей-то план. Это план. Теперь. Это план? Мы спросим. Да. На вознаграждение. Это план пришел кому-то в голову, и он решил это все отработать. Теперь мы идем на дедушку и внучку, двоюродную внучку, то есть Ульянку. Это Украина. Дедушка Джо заокеанский. Дедушка Джо. Вот он. Который решил удочерить внучку с другого полушария, да, ну, например, из далекую-далекую родственницу. И этот дедушка Джо, понимая, что у него есть еще другие родственники, они решили как бы удочерить ее. При этом, при этих действиях, собрав деньги, они отправляют ей деньги со своих сундуков, ну, вот так скажем, да, из сундуков, где у них есть свои запасники, где вся родня их не работала. Все дедушки Джо родственники. Но эти деньги впрок не идут. В пересылочном пункте пришел родственник Ульянки, который принимает эти деньги. Эти деньги принимая, данный родственник объявляет то, что деньги пришли, их много, вот состав, да, состав. И они где-то там мутные. И какой-то родственник близкий данной Ульянки или Ульяна, да, тут я сказала женского рода, тут будет племяш, например, ну, мало ли, какие имена, да. Значит, племяннику, у племянника, дяди Джо, да, лучше так я скажу, есть еще какой-то родственник, который решил эти деньги заховать, ну, или подобрать и спрятать подальше. В сомнительном деле эти деньги можно где-то там спрятать. А другой родственник, который эти деньги пустил, для того, чтобы они ушли пропадом, провалились пропадом, эти денег не видать, и они уходят на похороны родственников, племянников. Это если разговаривать на бытовом уровне с простыми людьми. Вот так можно характеризовать этот расклад. Если кому-то непонятно, можно еще раз прослушать. А если вы меня не понимаете, идите дальше, как говорится, и слушайте там, где вам больше подходят другие расклады. Ну, значит, племянник, видите, так бы его все любили, значит, этот племянник не такой уж хороший, действительно, что-то такое. И эти деньги уходят на прощание, застолье, где люди умирают. А состав-то длинный, смотрите, все старшие арканы, очень вот эти три карты, как бы предпоследние 21-й карте. Получается 15, 19, 20, 20, 21. Значит, это длинный состав, длина. Вот эти все карты вышли как бы в ряд. И данная услуга, это можно еще, знаете, как сказать, вот этот весь расклад. Благодетели, я еще так могу сказать. Данные благодетели угодили Украине в своих действиях. Так что дедушка Джо еще тот Джо. Ну все. Спасибо, пишите комментарии. Ничего личного. Я просто трактую карты. Почему я делаю такие расклады? Чтобы вы знали, как
продвигается помощь от дедушки Джо для племянника, дальнего родственника, которого не любят. Ну, видимо, Украина тоже разделилась там по-своему как-то. А кому все это нравится? Никому это не нравится. То, что происходит в Украине. Ну, все. Пишите свое мнение. Дело ваше. Делиться видео или нет. Всех благ.